Приветище, любители паучатины, ну и, конечно же, Питер Паркеровича. В общем, мы продолжаем. Продолжаем искать мистера Ли, мистера Негативчика, который устроил разнос этому городу, разнос Нью-Йорку. Юрий мне сообщила, что копы нашли тачку, на которой Ли последний раз видели. И вот сейчас мы эту тачку попытаемся снова настигнуть. В надежде на то, что Ли еще не убежал. Стоп. Она на парковке стоит? А что это она? На парковке с дверьми открытыми. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. О, смотри, что тут нашел. Смотри, смотри, они встают на эту штуку и становятся невидимыми. А если я зайду? О, сестрица, мы с тобой две невидимые. О, еще и третий. Классно. Классная штука. А куда нам вообще нужно? Смотри, тут еще можно пройти куда-то. Надо взглянуть на эти стенды поближе. А, на стенды смотрим. Ну вот, тут есть еще стенд этот какой-то. Диспансер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно... Диспансер микробов Гея, офигеть. О, МДЖ что-то нашла, видимо. Мистер Ли... Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Ой-ё! Почему, когда я играю за МДЖ, происходит какая-то жопа постоянно? Наверное, потому что она вечно в передряги всякие впутывается, да? Она же сама этого хочет. Офис мэра Осборна. Я могу услышать мэра Осборна? Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Не, ну Осборн, конечно, тоже сильно накосячил. Посреди города делать вот эту фигню, вот эту инъекцию. Встречаемся на вокзале. Надень свой лучший костюм. Это на Паркера, видимо, пишет. И что, мы просто будем вот так вот сидеть и ждать Паркера? МДЖ, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности? Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Безопасная точка... Вон там вот есть. Нет, это не безопасная точка выхода. Так. Блин, я кругом-то вертеться на 360 там не могу головой. О, вон там. Юго-западный угол. Иду туда. Как она увидела эту шахту, если... Если она даже голову туда не повернула. О, паучок, он же здесь. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда? Сейчас. Так.
Я готова. Пошла. Они вроде все дриснули. Че, пойдем? МДЖ, вставай. Так, давай. Шевели булочками. Людишки еще мешаются, сидят. Я им просто так не сдамся. Вот дурачок. Стойте! МДЖ, что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. Мистер Ли, тут репортер говорит, знает, как позвать Осборна. Отведи ее туда, подальше от остальных. Мистер Ли едет. В смысле, я думал, он здесь. Мистер Ли уже куда-то свалить успел. Ну слушай, ладно, МДЖ спасла жизнь одному неряхе, это хорошо. Это сильно. Они идут, прыгай за ограду. Мне нравится, когда у нас есть синергия с паучком. Ну, в смысле, мы в тандеме. Так намного круче играется. Нельзя, чтобы они видели. Давай мы ему шею свернем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, как будто он тебя не запалил. Еще и мусорку свалило. Ну ты кабаниха. Он за мной идет или нет? Или как? О, их там отряд пришел вообще. Все, побежали. Я не знаю, как меня демон тут не запалил, но это просто фантастика. Он, видимо, совсем ничего не видит в своей маске. Маски. Ого. Дроны, в укрытие. Планшет у тебя? Да. Тогда скорее. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. У дронов очки блатные, смотри. Готово. Молодец, теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Чтобы прицелиться? А, отвлечь. Ну давай. Подожди, не-не-не. Я вот тут сейчас вот так вот пробегу. Еще слишком близко. Давай. Есть. Есть. Хорошо. Так, а теперь вы, ребятки, вон туда в угол идите. Они еще видят друг друга. Хорошо. Перепрыгнешь? Нет, она не перепрыгнет. Ёлки-палки. Вот так вот вон сделаем. Сработало. Хватай. Заставь их разделиться. Попробуй их разделить. Их нужно разделить? Ребятки, давайте вы тоже разделитесь. Опс. Ну. Паучок, действуй. МДЖ, ты знала, что ли будет здесь? Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть, я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Бей! А куда он их цепит? А, вон он. Он там наверху, на потолке. У меня там целая гирлянда на потолке висит. Забавно. Очень изящно. Так, меня там чуть не спалили. Но я уже близок. Ребятки, отойдите вон туда. Блин. Опля. Смотри, как я втихаря. Готов? Что-то значок исчез. Давай вот этого еще тоже паучок, вали. Молодчик. О, Ли приехал. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. Если она ушла. Включайте таймер.
Две минуты? А чё так мало-то? Это твой шанс. Мне в люди надо, да? К людям. Быстрее бежим. К таймеру. Задержи их. Я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Но меня... Так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Блин. Вот красная лампочка есть. А вот батарея, по-моему. Давай отсоединим. О, нет! Я всех отравил! Боже мой! Отключить провода от батареи. Я в прошлый раз немножечко ошибся. Дернул вот этот, а нужно было пониже. Так, первый отключен. И второй тоже. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. Ого. Цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, вентилятор желтый у нас, да, значит, идет. Он хоп-хоп-хоп-хоп вниз. Вот он идет. А, ну, получается, это он. Так, теперь красный. Есть. Здорово! Ух ты! Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо! Ну, так, дроны вроде бы МДЖ отключила, они за нас. Но они меня не видят, по крайней мере. А с этими чуваками сейчас буду разбираться. Тише воды, ниже травы. Паучье царство, это мой дом. Больше паутинки. Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. О, еще как. Еще как. Пока что все вроде бы очень хорошо. Вон там бугай внизу стоит, я вижу. Но к нему опасно подходить. Вот дружочек еще тоже. Стоит, смотрит вниз, что-то там. Готов. Зачем Ли так упорно наводит ужас на Нью-Йорк? Наверное, теперь в другую сторону. Вот сюда. Вначале всех по бокам запутаем в паутину, а потом будем разбираться посередине. Там, где заложники. Ого, красиво. Как мне нравится, когда он в паутину вот так вот всех окутывает. Прям кайфец. Кайфец-сладонец. Вот этого можно было бы поймать. Так пойдет. Так, с этим разбираемся. А вы так ничего и... Осталось успокоить еще пару-тройку, и ты сможешь идти. Быстрее! Так, МЖ, пора идти. Хорошо. Кажется, я спалился. Все следуйте за... Бегите! Ой-ой-ой-ой, смотрите, что я сделаю. Как рыба в бочке. МДЖ, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МДЖ. Интересно, что она сейчас думает обо мне? Ой-ой, гранатка. Можно часы уронить, что ли? Но мы не будем это все делать. А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы. Че, все? Ух ты! Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Не успел. А так хотел отбросить ее обратно. Надо забрать у тебя ствол. Готов? Я сажусь в поезд. Это кто садится в поезд? Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта.
Наверняка Ли где-то там. Цепляемся. Тронулся. Ли уходит. Приветики снова. Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Ого-го. От этого приятеля. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Ой, теперь уже не приближаться. Паутина ничего не сделает вообще. Ох ты ж, ёлки. Быстрей, пока он не пришел в себя. Кажется, он начинает уставать. Вот мой шанс. Вы больны. Я могу помочь вам. Ну давай, давай, еще разочек. А, смешал, да, смешал, так нечестно. Я не был готов к этому. Ух ты. Что-то такое страшное готовил. Не хочу делать больно. Мне нельзя сделать больно. Больше нельзя. Нажимаем. Тормоза? Нет, и ладно. Как из фильма, слушай. Сейчас, походу, своим телом будет все тормозить. О, точно, как в фильме. А, ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Нормальненько он остановил поезд. Следующая станция – тюрьма. Ох, как его замариновали, слушай. Главное, что заразу эту не выпустили, красную. Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. Ну, в принципе, я ей помог, она не должна обижаться на меня сейчас. Сейчас не могу, МДЖ пишет. А СМСки — это не разговор? Кстати, уже все? Все? Ну ладно. Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Я про Ли. Я его сделал. Ох. Опять семейные разборки, ну ё-моё. Скажи. Ты хочешь, чтобы было все? Нет.
Ладно, ладно. Но, возможно, придется. И не ладно. Надо время кое-что обдумать. Что тут обдумывать? Ага, мне тоже. Кажется, у нас разные понятия о партнерстве. О, да ты что? Ладно, у меня работа. Утром позвоню. Может быть. Класс. Ну никак вот, никак личная жизнь не устраивается у паучка. Что же делать? Я знаю, что делать. Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Мы отличимся, знаешь, чем? Вот чем. Костюмом. У меня тут новый костюм появился. От Старка. Он называется «Паучья броня МК-3». Ну, то есть у Старка МК-2 там был, МК-1 был. Помнишь, костюмы так назывались у него? А у Паучка МК-3 сразу. Прикинь, класс какой. Но ульта у этого костюма такая себе. Не так, как костюм выглядит. Короче, называется она «Пластина из титанового сплава». Динамический полужидкий умный сплав, способный временно отражать пули обратно во врагов. Ну, короче, если у тебя противники с пушками, то ульта зачетная. Но если ты в ближнем бою воюешь, то ульта говно. Ну, короче, в любом случае я покупаю этот костюм. Потому что он от Тони Старка, ё-моё. Он очень круто выглядит. Это бомбочка. Но ульту менять я не буду. Я хочу попробовать вот эти отлетающие пули и посмотреть, как это все будет работать. А теперь бежим в лабораторию. Здрасте, Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте, а где же руки? О, так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Впечатляет. Ну, давай продиагностируем все это дело. Есть маленькая ошибка. Моторная кора, там проблемы. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Скачок напряжения, блин. В мозг напряжение, как шандарахнет доктор Октавиус, и там все подшибает. Значит, что нам нужно сделать? У нас требуемое напряжение 2, а у нас фактическое 8. Нам нужно уменьшить. Как нам это сделать? Перенаправить, соответственно, это напряжение. Убираем, значит, отсюда. Идем вон туда. Здесь у нас минус 2 будет стоять. Дальше наверх. Вот. И, в принципе, все должно как надо получиться. А, минуточку. Вот это вот, да. Вот это вот уберем. Да, да, да. И вот это тоже уберем. Наверное, должно так пройти. И тут тоже минус 2 сделаем, да? Так. И вот поворот. Ага. Здесь тогда сделаем, знаешь, что? Это уберем, поставим здесь минус 1. Во! Посмотрим, вышло ли. Критический сбой. Требуется проверка дополнительных компонентов. Нет, все серьезнее, чем я думал. А как доктор вообще этим всем управляет? Хорошо. Значит, пойдем снова в обход. Вот это все убираем, 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 убираем. Видимо. Видимо. Можно здесь пройти. Пойти наверх. И здесь зацепиться, да? Вот здесь. Все. Ясно. Значит, идем наверх. Здесь у нас пусть будет плюс 5. Потому что нам нужно плюс 5, вот. И там плюс 2 у нас будет. Нам в любом случае надо зацепиться еще здесь. Сейчас. Вот сюда. Там сюда. Вот так вот. И здесь у нас минус 1 сделаем, давай. Минус 1.
Там плюс 2, да, у нас? Ну, значит, и тут минус 1. И нам тут ровно должно все хватить. Разворот. Разворот. Вот так вот. Надеюсь, получилось. Критический сбой. Требуется проверка дополнительных... Опять? Да что ж такое-то? Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Ну, уже... Ну, как-то все. Все плохо. Высокий риск изменения характера и личности. Немедленно прекратите исследование. Вай. Плохо дело. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником, а лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Блин, я думал, что он сейчас с катух съедет. Спасибо, Питер. За все. А теперь включение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Ну вот, он съехал с катух. Паркер, нам нужно вернуться, там Отто совсем плохо. Эх, что делаем? Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь, они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Мне дико интересно, когда же Майлз станет паучком. Поздравляю. Вы взяли подрывника из ратуши. Мы взяли его. Да неважно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемоданов, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли?
Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с МДжей? Она... Это там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Питер? Питер уже на помощь спешит. Как у меня глаза светятся ночью. Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Ну что там? Дыхание дьявола пропало. Но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на Пятой авеню. А что, плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Зря не пристегнулся. Эффектно. Парни, вы думаете, я буду с вами драться? Разберись с ними, быстрее. Займусь. Человек-паук? Блин, я включил ульту в надежде на то, что я запутаю их паутиной, но у меня включилась ульта отстреливающие пули. Все жоповно. А у них же нет пушек. Блин, я ж про это говорил. Черт подери, мне надо ульту сменить срочно. А хотя там кто-то стреляет. В плане побега сильно не хватало плана. Готов. Сейчас, подожди, я все-таки ульту обратно поменяю. Потому что... Я что-то привык к ней, вообще капец как. Вот, паутинный цветок. Без него как без рук, вот серьезно. Так, стопа. Ты тут спрятаться решил, что ли? Иди поплавай. Все, теперь бежим. Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Блин. Очень очково, слушай. Я думаю, знаешь, что сделать? Вернитесь обойти их. Камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Вот так вот. И отсюда их мочить. Сейчас попробуем. Ух ты ж! Так, стоп, ульта накопилась. Спокойной ночи! Пойдет. Самая сильная ульта, вот серьезно. Лучше ничего не придумали. В кого это я кинул? У этого перца? Стой. Стояма. Отлично. Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответьте, это сержант Хэнсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Понятие. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держите, мы идем к вам. Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский зовет на помощь. Уже иду. Ух ты ж. Нормально он меня так обстрелял.
Щиток, быстрее. Ух, успел. Кто-то застрял за этой дверью. Блин, они с дубинками, это плохо. Ёлки-палки. Ёшки-матрёшки. Я сейчас сдохну нафиг. Блин, это было близко. Фух. Какой-то дерзкий, сильный попался преступник. Сейчас выпущу. Они идут. Где все наши? На меня тут напали. Мощный бугай, смотри, какой бежит. Помоги там, а я пока что займусь электричеством. Помоги, да, там. Уже иду. Легко сказать, помоги. Встречай поезд, боже! Эй, это тебя! Давно об этом мечтал! Так пойдет. В чем дело? Струсил. Почувствуй себя на нашем месте. Надо уложить их всех. Сейчас уложим. Понюхай земли. Мы еще можем победить. Все кончено, мразь. Для тебя кончено, для меня нет еще. А, кто-то еще где-то здесь. О, вот ты. Уберите это. Карусель. И ты еще, да, значит, хочешь покататься. Ой-ё. Хуже и быть не может. Конечно же может. Внимание персоналу. Нарушение режима в блоке А. Уходите оттуда, парни. Так, а кто в меня стрелял сбоку? Где-то снайпер даже был. Я видел его. Где же снайпер? Где же ты? Как делишки? Отлично! Толпу преступников перебить надо. Я всю жизнь мечтал о таком. Это если что, сарказм. Черт. Давай того. Срочно. Успел. Только пяточки сверкают. Чертовы пукалки. Лови гранату. Отлично. Их осталось мало. Вставай. Вставай. Получай. Еще парочка. Да может хватит уже? У меня пальцы болят. А у паука кулаки. Фух. Гоняют вертолет. Где? Твой что ли? Юрик, ну как ты могла? Не, скорее всего это не ее. Это здешний. Готово. Ой, ракетка. Вот это трюк. Ваши права и страховку. Ну вот, вертолет сдох. Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Был. Идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Электро! Юрий! Я падаю! Вот. Держись!